Трагические новости пришли о Леониде Ярмольнике. Артист и продюсер поделился откровенным мнением о современном шоу-бизнесе. Актер Леонид Ярмольник признался, что среди актеров распространены вынужденная проституция и воровство. Необычное заявление он сделал в новом выпуске передачи на YouTube-канале RTVI «Развлечения». Правда, выразился Ярмольник фигурально. Так, сам он, по его словам, многих знаменитостей что-то украл. Подворовывал у Чаплина безнадежно, подворовывал у Николсона, Де Ниро, у Хоффмана, у Яковлева, у Ульянова, у Гриценко, с улыбкой рассказал Ярмольник. Профессия такая. Она вся состоит на воровстве, которое начинает работать только тогда, когда ты умеешь это присвоить. Артист, известный по фильмам «Ищите женщину», «Одиссея», «Капитана Блада», «Орел и Решка» и многим другим, признал также, что